Вас снова приветствует канал Video News, и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы возвращаемся к нашей старой и достаточно уже подзабытой теме, в рамках которой рассказывали ранее вам о звездах, видимых на нашем небосводе невооруженным глазом. В этом видео мы решили рассказать вам о кратной звезде Гамма-Лебеде, по латыни Гамма-Цигни, главная компонента которой – имеет собственное имя Садр. Учитывая приметность данной звезды в ночном небе, она издревле была известна землянам. Так, например, древние китайские астрономы относили ее к астеризму Тянь-Джинь, что означает «небесный брод». В его составе гамма-лебедя имела название Тянь-Джинь-Ю, что переводится как «первая звезда небесного брода». Арабы называли звезду чаще всего Садр и чуть реже Садир или Садор. По всей видимости, это можно перевести как грудь или бюст. В календариуме египетского астронома Аль-Ахсаси Аль-Муакета эта звезда была обозначена как Садр Аль-Джаджати, что чуть позже европейцы перевели на латынь как Пектус Галины, что переводится в свою очередь на русский как грудь курицы. В средневековой Европе астрономы также часто называли Садр сердцем лебедя, что, учитывая расположение звезды в созвездии, и неудивительно. Несмотря на то, что Садр – это вторая по яркости звезда в лебеде, у Иоганна Байера в уранометрии она удостоила всего лишь буквы гамма. Отметим, что после уранометрии звезду заносили неоднократно в превеликое множество звездных сводов и каталогов под различными номенклатурными обозначениями. Некоторые из них с целью экономии времени мы не называем, однако приводим на экране. Ну и наконец, в 2016 году Международный астрономический союз официально закрепил собственное имя Садр за главной компонентой звездной системы Гаммы-Лебедя. В литературе и кино звезда почему-то была обделена вниманием. Зато в компьютерных играх и симуляторах этот пробел устранен сполна. Тут можно отметить такие продукты, как Elite Dangerous и EVE Online. Обнаружить гамма-лебедя на небосводе очень легко, поскольку это можно сделать даже из крупного населенного пункта со значительным световым загрязнением. Видимая звездная величина в 2,23 позволяет это с легкостью делать даже и не в совсем ясную погоду. Если брать астеризм лебедя, или как его еще называют, Северного креста, то Садр будет лежать как раз на пересечении мнимых линий от хвоста к носу и от правого крыла к левому. Бесспорным ориентиром в поисках Садра на небосводе будет служить, конечно же, самый яркий в созвездии Денеп или Альфа-лебедя, от которого гамма-лебедя будет находиться по направлению примерно к центру весенне-осеннего треугольника. Звезда при этом будет лежать на прямом восхождении в 20 часов 22 минуты между 13 и 14 секундами, при северном склонении в 40 градусов 15 минут и почти 24 секунды. Как видим, значительное северное склонение позволяет хорошо наблюдать Садр в период с конца весны по декабрь именно в полушарии северном. Что же касается южного полушария, то тут наблюдения возможны только лишь из преэкваториальных и прилегающих к ним умеренных широт. Эта звезда окружена диффузной эмиссионной туманностью, обозначенной как IC-1318 и входящей в так называемую область или регион гаммы-лебедя или Садра. Несмотря на то, что IC-1318 и другие прилегающие туманности сравнительно ярки, увидеть их наблюдателю с Земли можно будет только лишь в достаточно мощный телескоп. Расстояние от нас до системы Гамма-Лебедя европейский спутник Гиппаркос оценил примерно в 1800 световых лет или же в 560 парсек, что и принято на данный момент за основу. Что же собой представляет то, что мы видим в небе как гамму-лебедя? Это кратная звездная система. Из того, что доподлинно известно и подтверждено исследованиями, она включает в себя три звездных компаньона.
Это главная компонента, названная, собственно, Международным астрономическим союзом САДР, а также отстоящий от нее примерно на 40 угловых секунд тусклый тесный спектроскопический бинарник. На расстоянии примерно в 142 угловые секунды от главной компоненты наблюдается еще одна, вероятно, двойная звезда 10 величины, которую долгое время прочили также в члены гамма-лебедя. Однако подтвердить это как-то пока не получается, а поэтому на данный момент продолжаем считать эту систему всего лишь тройной. Второстепенная бинарная компонента обозначена в Вашингтонском каталоге бинарных звезд как WDS J20-222+4015CB. Что же она собой представляет? Ввиду слабой изученности, сказать с достаточной долей точности, что перед нами, не представляется возможным. В равной степени вероятности это может быть тесная спектроскопическая пара как двух маломассивных тусклых красных карликов, так и комбинация из красного и коричневого карликов. О характеристиках как каждого компаньона, так и об их орбите также говорить не приходится, поэтому остается этот вопрос пока что открытым. На данный момент один из источников ориентировочно высказывается о том, что данная бинарная пара отстоит от главной компоненты не менее чем на 300 астрономических единиц и совершает полный оборот вокруг нее не менее чем за 650 лет. Приведенные параметры не могут не вызывать сомнений, однако есть то, что есть. Что же касается главной компоненты системы гамма-лебедя, которую мы, собственно, и называем САДР, то Вашингтонский каталог обозначает ее как WDS J20-222+4015A. Она представляет собой уже сошедший главной последовательности желто-белый гигант, а в ряде источников сверхгигант спектрального класса F8. Масса САДРа примерно в 12 раз превышает солнечную, а радиус более чем 150 раз аналогичный параметр нашего центрального светила. Она излучает более чем 33 тысячи раз больше энергии, чем Солнце, при все еще большой эффективной температуре на поверхности в 6100 кельвинов, что и обуславливает желтоватый цвет в видимом спектре. Звезда испытывает радиальные пульсации с периодом около 74 земных дней. Их природу склонны сравнивать с пульсацией классических цефеид, что подтверждается спектром звезды. Однако большинство источников не высказывает уверенности в том, что САДР – это все же цефеида. Имеет ли САДР у себя на орбитах планеты? Исследования 2004 года показывали на наличие у звезды планетарного объекта массой не менее 10 юпитерианских масс. Скептики с самого начала критиковали результаты этих изысканий и в конце концов оказались правыми. Более поздние исследования 2009 года показали ошибочность предыдущих. Если все это подытожить, то планеты, если когда и были у Садра, вероятно, в своем большинстве уже поглотились светилом в ходе расширения его объема. А если же какие-либо планеты все же как-то и уцелели, то обнаружить их будет очень сложно из-за яркости и массивности звезды. Возраст Садра различные источники приводят по-разному, поэтому мы указываем пределы этих оценок от 12 до 17,6 миллиона лет. В своей молодости это была, по всей видимости, бело-голубая звезда спектрального класса B, которая, исчерпав запасы водорода в своем ядре, покинула главную последовательность, расширяясь в объеме и изменяя свой цвет в сторону красного. В дальнейшем этот процесс продолжится и в конечном итоге завершится взрывом сверхновой, когда Садр через пару-тройку миллионов лет разрастется до объема в минимум нынешнего Бетельгейза. В любом случае это будет еще не скоро. А поэтому канал Video News продолжает вместе с вами любоваться на ночном небосводе яркой звездой Садр и не перестает благодарить вас за внимание, желая приятных астрономических наблюдений.
Одновременно мы выражаем надежду на то, что изложенная нами информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и подписывайтесь на наш канал, следя за его обновлениями.